Сегодня у нас получится очень вкусный жареный карп. Для этого нам нужны специи для рыбы, перец, паприка сладкая и соль. Итак, приступаем сначала к разделке рыбы. Специальными ножницами убираем плавники и все ненужное. Далее счищаем чешую, она очень легко снимается. Дальше нам нужно убрать все ненужное изнутри. Итак, рыбку мы почистили, промыли под проточной водой, вытираем бумажным полотенцем насухо и убираем голову и хвост. Далее нам нужно отделить филе от кости. Это делается очень легко, вот таким способом. И также со второй части. Далее мы еще раз промыли под проточной водой, вытираем бумажным полотенцем насухо и приступаем к маринаду. Нам понадобится приправа к рыбе с лимоном, посыпаем. Далее берем сладкую паприку. Дальше обильно посыпаем черным молотым перцем. И добавляем соль. Также рукой можно размазать всю смесь по филе, чтобы равномерно было. И далее нарезаем карпа на порционные кусочки. Вот такие у нас получаются порционные кусочки. Далее мы берем муку. Муку уже присаливать не нужно. Слегка обваливаем рыбку в муке. И приступаем к жарке. В разогретую сковороду опускаем наши кусочки. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Все, рыбка у нас готова. Также ее можно убрать на бумажное полотенце, чтобы она отдала лишнее масло. С такими специями рыбка получилась ароматная, вкусная. Пробуйте и вы. Приятного вам аппетита!